муниципальные выборы, выборы депутатов, которые в дальнейшем будут защищать судьбы своего округа, это достаточно близкая тема, я думаю, всем жителям. Проголосовать досрочно просто так нельзя. Нужно предоставить документ, который являлся бы подтверждением того, что тебя в день выборов на месте не будет. Я проголосовала сегодня, потому что 4 числа буду находиться уже в официальном отпуске, и мы с мужем купили билеты на море и уезжаем. День единого голосования, 4 апреля, я буду находиться со своим мужем в Саранске, там будет проходить футбольный матч между Тамбовым и ЦСКА, а мы привыкли посещать матчи в огромном количестве, поэтому не хотелось бы пропускать из-за выборов этот день. День самих выборов. У меня назначена практика в университете, поэтому я никак не смогла бы присутствовать. Все свои дела, все свои заботы, а тут они приходят, заранее проголосовали, это их возможность, чтобы их услышали, и в дальнейшем, возможно, именно их кандидат будет защищать их же интересы. Досрочные выборы уже открыты. Я проголосовала. Сегодня я проголосовала на досрочный тур. Почему призываю вас? Приходите. За нами будущее.